Здравствуйте, я Владимир Соловьев. Сегодня «Новая газета» вышла с сенсационным заголовком. Один из группы террористов уцелел, и мы нашли его. Известная журналистка Анна Политковская утверждает, что один из организаторов теракта в театральном центре на Дубровке является сотрудником российских спецслужб. И это Ханпаш Теркибаев, представившийся внештатным корреспондентом «Российской газеты». Также многие сегодня увязывают и убийство депутата Юшенкова с тем, что он знал о том, что действительно теракт на Дубровке, скорее всего, обошелся не без участия российских спецслужб. Мне очень многие спрашивали и говорили, и в редакции это была дискуссия, там участвовали спецслужбы. А я говорила, не может быть такой подставы. Просто не может быть. Да, это, я тогда, то есть реакция нормального человека. Я тогда не могу жить, да? Конечно. Я не могу жить вот среди этой жизни.